Давненько не было шавухи на канале. Недавно я нашел заведение, где готовят шаурму на углях. Да-да, прям как в песне! Всем привет, дорогие друзья, с вами Митя Хэт, канал Читмил. Доставайте самые вкусные ништячки, присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Сегодня мы с вами отправляемся в заведение, которое называется Уголек. У них там все в советском стиле, шаурма называется шаверма, готовится она на углях. И у них в меню есть шаверма ГОСТ. Видимо, есть какой-то ГОСТ по приготовлению шавухи, и они его придерживаются. Еще одной фишкой этого заведения является то, что называется оно Митерия. Или Митерия. Да и пофиг, погнали тестить. У нас здесь вот такой пакет, вот такой вот напиток. Шаверма, приготовленная по ГОСТу на углях. Ну, упакована она реально по ГОСТу. Картошка по-деревенски с каким-то соусом. Черные салфетки. Визитка и какая-то наклейка «Уголек». Чтобы сэкономить, я взял комбо. Называется оно «Пионер», стоит оно 250 рублей. Картошка с соусом, шаверма и напиток. А если бы я брал все это по отдельности, мне бы пришлось заплатить 360. Первым делом давайте начнем с картошечки. Картошка по-деревенски, как и любая другая картошка, она не терпит вот таких вот упаковок. От Митерии «Уголек» до сюда я доехал минут за 15, ну и картошка вот она стала уже вот такая. Не хрустящая, но все еще теплая. Попить я взял смородиновый морсик. Вкусный. А вот и звезда нашего сегодняшнего шоу. Шаурма, приготовленная по ГОСТу, да еще и на углях. Упакована офигенно. Упакована в фольгу. Под фольгой пергаментная бумага. И вот такая вот шава. Шаурма, надо сказать, не особо-то и большая, 305-307 грамм. Да ладно, давайте смотреть, что там внутри, какое там мяско. Вкусно пахнет. Пока не могу разобрать, чем именно, но пахнет вкусно. Итак, это шаурма, которую я искал несколько лет. Я искал ее очень долго после выхода этого супер трека. Всем, кто сейчас собрался вместе со мной перекусить, приятного аппетита. Давайте начинать. С первого укуса я почувствовал курицу, вот, да ее там прям много, смотрите. И она такая прям, ну, она чувствуется, что приготовлена на углях, она с дымком, то есть с ароматом костра. Как будто только что ты снял решетку куриного мяса с костра, скорее всего, какие-то бедра, потому что мясо такое жирненькое, и начал отделять мясо от костей или просто начал есть. Ну, как бы да, тут не поспоришь, мясо действительно приготовлено на углях, его ни с чем не перепутаешь. Этот аромат и вкус, вот так оно выглядит в разрезе, вот посмотрите, мясо там нормальное, мясо, салат, помидорчики, огурчики, какой-то соус. Соус такой нежирный, я, кстати, заметил, что в несетевых шаурмах или шавермах практически во всех используется вот этот кефирный или какой-то такой йогуртовый легкий соус, а майонезный остался только в сетевых. Надеюсь, и они когда-нибудь перейдут на что-то подобное. Офигенная шаурма, без всякой капусты, морковки и прочей фигни. Все, что нужно, все здесь есть. Не хватает только, пожалуй, немного остроты, каких-нибудь халапеньо или лучка вот сюда добавить, или перчика, было бы самое то. Но и без этого шавуха довольно прикольная. Кстати, здесь нестандартный лаваш. Это не лаваш, это такая лепешка, типа тортильи. Короче, это совсем не лаваш, но он также вот на гриле прожарен с такими полосочками. Я прям хочу обратить ваше внимание на начинку. Вот мне кажется, вот такая она и должна быть. Чуть-чуть, прям немножечко овощей, вот прям чуть-чуть. И вот мясо, смотрите. Вот столько мяса там. Ну, прям, наверное, если смотреть шаурму вот так, то вот так можно разделить грань. Вот это все будет мясо, а вот это вот чуть-чуть там помидорки, салатик, огурчики. Чтобы просто было так слегка зелено, но не в ущерб мясу. Вообще, они большие молодцы, что упаковывают ее именно так, потому что прошло уже минут 30 после того, как мне ее приготовили. Смотрите, она абсолютно сухая снизу, но сочная внутри. Она теплая, ничего нигде не размокло, это офигенно. Короче, это круто сделанная, хорошо упакованная, но маленькая шавуха. Давайте посмотрим, что за соус они положили. Картошечки, это какой-то томатный соус с какой-то зеленью. Я, как всегда, все делаю наоборот. Надо сначала начинать с картошки, пока я еще не пришел совсем хана, а потом уже переходить к шавухе. Кажется, солнце наконец зашло и цвет картинки выровнялся. Смотрите,
так вот это все выглядит. Довольно аппетитно. Жаль, картошечка не хрустит. Короче, этот соус вообще без соли. То есть ты просто макаешь туда картошечку, кушаешь и чувствуешь только помидоры, только картошечку и слегка зелень. Это напоминает мне обзор на здоровое питание, на доставку здорового питания, которое я снимал где-то полгода назад. Если интересно, посмотрите, где-то вверху появится подсказочка сейчас. У них там тоже все без соли, без сахара было, ну довольно прикольно. Мне такой формат соусов нравится больше, чем те соусы, которые мы берем в KFC, в Бургер Кинге, который просто забивает своим вкусом все к чертовой матери. А здесь вкус соуса дополняет вкус картошки, и все это очень вкусно. Подведем итоги. Шаверма в Митерии или в Митерии уголек действительно готовится на углях. Она вкусная, сочная, правильно сделанная, хорошо упакованная, но маленькая. С другой стороны, если брать комбо, а это шаурма, картошка, соус и напиток, то вы можете очень вкусно, очень сытно и недорого перекусить. Короче, эту штуку брать можно. Вот такой у нас с вами сегодня получился обзор. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайк, если любите мои обзоры, любите вкусно и сытно поесть, но вы знаете, в любом случае ставь лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписан, обязательно жмите в колокол, там где-то рядом с кнопкой подписаться. Напишите в комментариях под этим видео, где готовят вашу любимую шавуху и чем она отличается от других. А также пишите, куда еще мне стоит заехать и что попробовать. В следующий раз мы увидимся через неделю, я буду ждать вас на этом же самом месте. С вами был Митя Хэт, всего вам доброго, до скорого!